Вулкан на Камчатке. На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шевелуч. В ночь на 11 апреля и достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, одновременно здесь продолжается воздействие циклона, идет снег и метель. Высота пеплового облака составила 15-20 километров. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи, Усть-Камчатского района, заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В поселке Ключи шел пеплопад. На месте происшествия прибыла группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВОРАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района. Они попали практически в эпицентр извержения вулкана. Ученых накрыл ужасающий пеплопад с камнями размером с кулак. Членам группы пришлось прятаться от стихии под нартами, длинными и узкими санями, которые используются для езды на собаках и оленях. Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности. Пароксизмальное извержение Шевелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. При наступлении этой стадии со склонов Шевелуча с высокой скоростью сходят пирокластические потоки. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Пеплопады прошли в близлежащих населенных пунктах. Потоки прошли расстояние до 20 километров и перекрыли автотрассу Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск. Очень большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 15 километров. Вулкан Шевелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры – вулкан Старый Шевелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шевелуч. Высота лавового купола Молодого Шевелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Местные СМИ сообщают, что все школы закрыли, а людям приказали сидеть дома, ведь такого пепла на головы россиян не падало последние 60 лет. Как стало известно, в 50 километрах от вулкана осадки пепла за 4 часа 8,5 сантиметров. В целом пепеловое облако разошлось на 500 километров. Некоторые населенные пункты сейчас без света.